Господа, ну а перед этим видео хотелось бы прорекламировать канал под названием Creamy Fimi. Здесь находится огромнейшее количество летсплеев по всевозможным играм, начиная от Clash of Clans и заканчивая Слизарио. Так что не ленимся, переходим по ссылочке внизу в описании под этим видео и подписываемся, господа. Смотрим летсплейчики и вносим в свою жизнь какое-то разнообразие. Канал Creamy Fimi. Приветствую вас, друзья, меня зовут Саша, и сегодня мы будем играть в битву замков, а именно ролить героев. Все как всегда, все как обычно, ничего нового. Ролить будем героев моему сагильдийцу под ником NBTANTI, он накопил 12 тысяч самоцветов и предложил мне поиздеваться над его аккаунтом, и я уж никак не мог отказать. Сагильдийц мой из гильдии Диктатура, так что если что, у вас там есть 160-170 тысяч силы, нет, лучше 170, то вступайте к нам. Далее, что хотелось бы рассказать. Ну, аккаунт, как я предполагаю, бездонатный. Нам надо... Так, подожди, стой. Что-то я не понял, какой бездонатный. Я что-то не знаю. Я думал, что бездонатный, короче. Думал, 12 тысяч самоцветов накопили. Вот сейчас будем бездонатному аккаунту накопленные самоцветы ролить. А тут 300 тысяч самоцветов куплено. Ну, наверное, приложений качало очень много. Хорошо, в первую очередь нам нужно выбить сегодня новых героев, которых недавно совсем добавили в игру. Это Леди Лео, там Укротитель, может еще кто. Валентина я тоже что-то не вижу. Валентина я не вижу. А, есть, Валентина есть. И, ну, надо, короче, еще много повторок для эволюции, для того же Ареса. Так что будем пытаться все это выбить. И, кстати говоря, Триант есть. Трианта мы будем пытаться выбить из легендарной карты, одной всего лишь, которая находится у нас на складе. Вот она, давайте открываем. Как... Тут Триантов тогда будет вообще очень много. Купидон, Купидон, выпал Купидон. Итак, нам за 12 тысяч самоцветов нужно выбить много героев. Тут я не знаю, тут только шаманские штучки какие-то нужны, пляски с бубном, я не знаю, что нам может помочь. Чтобы выбить, блин, каких-то героев за такую сумму самоцветов. Потому что сегодня герои очень плохо падали. То есть целый день нифига никому не падало. Я не знаю, когда выложу это видео, но вот в день, когда я записывал, вообще все очень грустно. Так что нам нужны шаманские штучки. Ладно, погнали, давай. 150. Давай. Ну, рыцарь тьмы, неплохо. Хоть какое-то начало положено. И все, больше героев нету. Ладно, мы не гордые, ребята. Так, давай вот так вот поделаем и попытаемся выбить. Давай 450. Еще раз 4. По блатному не получается. И по дешевому тоже никак не получится. Смерть. Давай еще легенду. Нет, нифига. Так, 9000 самоцветов. 9000 самоцветов! Вот, давайте будем петь, может быть, это поможет. 9000 самоцветов! Уже 8000! Рыцарь выпал нам! На-на-на-на-на! 7500! 7500 самоцветов осталось! А давай нам повторок хороших! Нифига не падает! Все, места на складе закончились! Да, будем, что мы будем делать? Давайте качнем какого-то героя. Так, ну, какие-то легенды падают, но, ну, одна редко выпала, это рыцарь тьмы, и все, и не более. Так, а аккаунтик-то тоже такой веселый, тыква со второй эволюцией, Влад Дракула, Гаргул со второй эволюцией, Варлок со второй эволюцией, Смерть со второй эволюцией, ну, для битвы гильдии очень хорошо, да. Так, кого мы тут качнем? Влад? Ой, Влад только 7.10, ужас, как так можно, елки-палки, ужас какой, просто ужас. Так, давай сейчас мы ему тут героев туда накидаем использовать, давай вот так вот использовать, нормально. Вот так вот.
Нормально, нормально, нормально. Все, отлично. Места освободили, продолжаем. У нас есть 6000 самоцветов, давай. Ну, паладин, паладин. Смерть, это заслуживает лайка, когда герои падают подряд. Ну и что, все? Только покупное говно сегодня нам будет падать? Ну, какой-то ужас, нет. Хотя мне сейчас скажут, не говори говно, капитан Дрейк, отлично, не говори покупное говно, нельзя так говорить, да, я согласен, нельзя так говорить, но когда ты ролишь огромнейшее количество самоцветов, и очень часто бывает так, что просто тебе нифига не падает, и человек, к примеру, задонатил или копил, в любом случае это обидно, обидная ситуация, когда теряются самоцветы, а за это ты ничего не получаешь, вот. И потому ты, конечно, в какой-то момент начинаешь психовать и использовать какие-то нехорошие слова. У нас осталось 2700 самоцветов. Душегуб, душегуб, суккуб, суккуб, суккуб. Кристаллический эктоплазм. Ладно, у нас осталось 2000 самоцветов. Ну, в принципе, уже можно назвать этот роллинг достаточно удачным. Почему бы и нет? Неплохой роллинг. Давай. Нападало много легенд, даже какие-то редкие. Князь тыквы упал. Вот так вот. Он хоть и со второй эволюции, но он упал. У нас осталось 1500 самоцветов. 1200 самоцветов, 1200 самоцветов, давай, циклоп, давай еще легендарочку редкую недостающую, и вообще было бы все очень классно. Бог грома, я сказал редкую, и места закончились, ах ты сволочь, взяли и вот места закончились. Слушайте, ну для 12 тысяч самоцветов мы, конечно, сегодня очень круто подняли легенд, да, может быть, не выбили там каких-то супер-пупер недостающих, но повторочки-то попадали, и магазинных героев было очень много, да, все-таки, ну, та же легенда, оп, ну, вот так, что мы тут освобождаем места, ну, давай еще вот так вот, так что, в принципе, мне не стыдно будет отдавать данный аккаунт обратно хозяину, да, ребята, вот. Чисто не... Давай, последняя попытка и алхимик. Давай посмотрим, что же мы навыбивали. И душегуба выбили, и еще кого-то там выбили. И капитана Дрейка выбили, и рыцаря тьмы выбили. Ну, уже, в принципе, неплохо. Еще много... А, князя тыкву выбили. Это 4 редких легендарных героя. Ну, душегуб, наверное, тоже редкий. 20 тысяч самоцветов, пацаны, на дороге... 20 тысяч кристаллов героев на дороге не валяются. Вот, и еще много-много легенд. Короче, легенд, наверное, 10 выбили. Вы посчитайте, пожалуйста, сколько легенд. Напишите в комментариях, а я вот проверю, может, я ошибся. Но легенд 10 было. Было 10 легенд, ребят. Я думаю, да. Ну, в любом случае, неплохо паролили, согласитесь. А на этом все. Я пожелаю вам, как всегда, огромнейшей удачи, чтобы вам падало побольше легендарных героев за накопленные самоцветы. И всем пока.